Всем привет. На улице очень-очень холодно. Пошла греться. Разогреваю сердечко на велосипеде. Сегодня тренировка плечей, спины, так что идут упражнения на плечи. Это упражнение знаю, что не совсем правильно делаю, это я уже выяснила, поэтому в следующий раз обязательно сделаю правильно. Идет тяга на спину, в следующий раз буду уже брать вес побольше. И любимая — это трицепс. В этот раз отошла подальше, чтобы проработка была лучше. Вышла с тренировочки, на улице обманчиво холодно, светит очень красивое солнышко, ясно, но очень-очень морозно. Бегу к красивому человеку и беру вас с собой. Человек сейчас не подозревает, что я буду снимать, и не знает, что снимаю. Красивый кто-то. Красивый. Я-то видеоблог. Где Ванька? А ты знаешь, что я снимаю видеоблог? Да и снимаю. Многие на самом деле снимают, пожалуйста, капучино. Многие не любят кофе с кислинкой. Uh-huh. Вот, но это же признак, наоборот, хорошего кофе. Ну, и прям здесь, на удивление, прям кофе. Какого ходящего принесли? Меня не принесли, я сам пришел. Наше маленькое путешествие подошло к концу. Мы почапали по делишкам, а вам пожелаем хорошего дня. До скорых встреч!